хорошо, где могли сделать мне рентген. Стоматолог, где у меня? Здесь есть. Где у меня здесь есть стоматолог? Вы рентген можете? Рентген сделайте, пожалуйста. Я могу сделать рентген, сфотографировать рентген и уйдете, вам будет легче от рентгена. Я не будет легче, а дальше я пойду дальше, понимаете? Буду звонить дяде, чтобы с вами разбирался. Он тут, понятно? Да ну зачем ваш дядя нужен? Вам от вашего дяди легче станет. Мы сейчас будем дискутировать с вами. Да. И у меня полицию вызвать, что вы меня не. Денис, вызывай полицию, что мне не хотят оказывать помощь. У нас разговор записан, что вы приезжаете и сказали мне. Мне больно, вы понимаете, что мне больно? Вам что, сложно сделать рентген? Я не могу понять. Я вам говорю, сделайте мне рентген и все. Юль, подожди. Я себя не слышу даже. Вы рентген сделайте, пожалуйста. Рентген у нас не стоматологический, от рентгена вам легче не будет. Зачем мы сюда ехали? Зачем? Ну, подожди, Юль, зачем? Зачем нас водила девушка в заблуждение, я не могу понять. Вот сегодня ролик будет на Ютубе, я блогер, я вам сразу говорю. И сегодня мы приедем с полицией, со всеми. Вы отказываетесь. То есть вот эта девушка... Я спорно сюда направила, сказала, если у вас температура, езжайте к ним. Они сделают рентген. Зачем вы себя так ведете? Они должны вам откачать все. Сейчас, что у нас нет никакого гноя. Откуда вы знаете, что потому у меня его нету? Много лет видишь людей, у которых есть нагноение. Хорошо, что происходит? Почему что у тебя у меня болит? Происходит? Не понимаю. Вы же приехали снимать, я так понимаю, меня, да? Чтобы вы по аравию сюда приехали. Да у человека больно. Вы понимаете, что мне больно? Колесникова Кристина Владимировна. Я вам изначально сказала. Зачем нас вводили в заблуждение, чтобы мы сюда приехали? Вот эта девушка сказала, что с ней разговаривали. Хотите сказать, что это мой сговор со скорой помощи? Чтобы вас я не знаю, нас даже отказались регистрироваться только что. Вот, почему нас регистратуре? Здесь у нас нету стоматологии. Зачем да не нужна мне ваша стоматология. Вы скажите, что у меня там происходит. Вам скажет доктор-стоматолог, с вашей зубной болью, что у вас происходит. Я не стоматолог, я не могу... А как вы говорите, что там гноя нету? Челюстно-лицевой хирург, здесь нет стоматологии, мы занимаемся совершенно... Вы говорите, что нету гноя. Если вы говорите, что у меня нету гноя, у меня безверская боль, температура по 39. Под коронкой у вас, скорее всего, воспалился зуб. Вам нужен стоматолог, который будет снимать ваши коронки. Как кость может воспалиться? Воспалиться может десна, да? Да, нет. Вы не доктор, вы не можете. А вы доктор? А вы сделаете рентген. Я не стоматолог. Ну, сделайте рентген. Сделайте рентген. И я на основании этого рентгена дальше буду с вами судиться. Что вы говорите, вот он записывает. Вы говорите, что у меня гноя нет. Я говорю, что у меня там гной. Откуда вы знаете, что у вас там гной? Значит, у вас была такая же ситуация. У меня была ситуация, да. Когда мне ставили пломбу. Подождите, мне сразу ставили пломбу. Вы шли к специалисту, который занимается зубами. Можно я скажу? Мне когда ставили пломбу и занесли инфекцию, у меня была точно такая же боль адская. Хорошо, но у вас же под коронкой, откуда там тогда инфекция? Как я прочитала в интернете, может, корень как-то поломался или еще что-то образовался. Сделайте мне рентген. Рентген как вам ничего не покажет, но сделайте рентген. Да. Что-то дадите или ничего не? Поликлиники. Ну, на север может 37. А с вами без камеры разговаривали, без полезно. Мы тоже решили меня сфотографировать. Почему? Вы считаете, что вас можно? Нас можно? Да, я общественными... Общественное место можно, вот сегодня на Ютубе. Точно так же, как да, у вас. Вот сегодня будете на Ютубе. Да, да. Замечательно. Поэтому мы также можем вас. Да. Не можете, это общественное место. Это общественное а вас место по 19 точка. Вас, да, вас по 19. Если вы мне будете запрещать 19.1. До конца коридора. Если будете запрещать мне делать съемку, это 19.1. Самоуправство. А, да делайте, не вопрос.
С вами без камеры бесполезно разговаривать. Просто вот даже вы не можете пойти в место, где вам реально окажут помощь. Где? А приходите сюда. Скажите адрес, я поеду, любые деньги заплачу. Где? Гагарина 1. Гагарина 1. Что Гагарина 1? Круглосуточная? Да. Да что вы думаете? Я не выдумываю круглосуточная, но она платная стоматология. А что же вы нам сразу не сказали? Мы с удовольствием я поедем. Я с вами не разговаривала, что на меня... Ну а зачем вот эта девушка у нас это приезжает? Информации. У вас нет информации, что нам надо именно к вам сюда приехать? Вы меня спрашивали о снимках. Я сказала, если приезжайте. Доктор назначит. Я вас обманула? Обманули. Нет. Да, вот держите вас, вот толку, толку никакого. Нет. Ну а что нет? Обманула. Представьте, пожалуйста. Как вы мне не представлялись. Я пациент. А вы работник? А я не пациент. Да. Отказываетесь представить, да? Не собираюсь. Замечательно. Значит, сегодня днем приедем к вам с множеством камер. Хорошо. И покажем, как вы здесь работаете замечательно. Хорошо, хорошо. С множеством камер. Мамаев Про канал. Заходите, посмотрите. И просрочка без цен. Ваша девушка уже пошла. Замечательно. Вот. Я вам просто говорю, где будет это видео. Зачем вы мне угрожаете? Да? А я вам не угрожаю. Зачем я вам угрожаю? Я уже с вами закончила диалог. Успокойтесь, пожалуйста. А что, болеете? Вы в розыске? Лицо прячете? Ну, вы в розыске? Вы больной? Вы что мне? Вы меня оскорбили? Оскорбляете, что ли? Пытаетесь? Вы меня... Подождите, вы меня пытаетесь оскорбить, что ли? Сейчас на камеру провоцируетесь. Чем? Ну, я просто спросил, в розыске, не знаю. У нас не решили, молодой человек, вот, без камеры, без намордника. Вы в наморднике, я спрашиваю, почему? Вы меня оскорбляете? Я в наморднике, вы меня сейчас оскорбили? Вы считаете оскорбление? Подавайте меня в суд. Хорошо, я вам свои данные могу оставить, подавайте меня в суд. Что сделать? Изолировать. Он не имеет права даже ко мне прикоснуться, даже подойти просто. Потому что я не нарушаю честные права. А какие права я имею? Права? Вы имеете права и обязанности. Какие права сейчас я имею? В отношении агрессивного мужчины, который меня снимает в 5 утра. Снимай девочек на трассе. Снимает девочек на трассе. Я вижу, веду видеофиксацию. В данном случае я считаю правонарушение с вашей стороны. А вот завтра придем. Сейчас скажите, что завтра? Сегодня? Ну, вы пытались самоуправством заниматься здесь. Не хотели оформлять в регистратуре сначала. Зачем вводить заблуждение, чтобы люди сюда приехали? Вызвали такси, потратили сумасшедшие деньги. Вот девушка сказала, что она сказала, что сделает снимок. Хорошо. Причем тут я сейчас тогда. Это капец. С вами бесполезно разговаривать. С вами бесполезно разговаривать. Я вам говорю, что ваша работница сказала, что мы сюда приехали. Я ответственна за свою работу. С ума сойти. Я говорю, с ума сойти. Что-то мне ваше лицо знакомо, охрана. Ой. Неудобная камера. Вообще-то надо вот так снимать, чтобы было на полный экран. А я, как обычно, что-то перепутал где-то. Высоко к женщине. Я не слышу, что вы говорите. Ну, с какой целью вы интересуетесь? Что? С какой целью вы не говорите? Девушка, говорите более внятно. Из-за вашего вот этой тряпки на лице я вас не слышу абсолютно. Не тряпка, а не что это? Медицинская маска. Да? Она действительно является медицинской? Медицинская. В аннотации об этом указано? А почему провоцируете меня? Почему я провоцирую? Раньше носили намордник. Успокойтесь, пожалуйста, сесть уже. Да. Ляжьте, отожмитесь или станцуйте польку. Ну вы мне указываете, что мне делать. Сядьте, да лягте, станцуйте. Что за указание? Вы как себя ведете? Вы как себя ведете? Да по-хамски вы себя ведете с людьми. Корону, наверное, снять с головы нужно. Понимаете, вы нападаете, я уже вас... Да чем я нападаю на вас? Вы что, камеры-то испугались? У вас что, здесь нету камер, что ли? У нас камеры есть, а медицина. Ну, я не боюсь вашей камеры. Так а в чем дело? Каждому слову придираюсь.
стараетесь, настолько выворачиваете, как вам комфортно, как вам удобно. Да каким угодно. Вы чего так камер-то боитесь, я не могу понять. Вы чего так боитесь камер? Ну а что? Ну я не знаю что. Ну так вы боитесь, вы пугаетесь. Ну, не могу понять. Я вообще не понимаю вас. Вы так себе ведете, приезжаете, люди берут такси, приезжают, тратят деньги. В регистратуре не хотели регистрировать, наверное. Вот ваша работница. Ну как, она же призналась. Вот девушка ваша призналась под камеру, что она сказала, приезжайте, он делает снимок. Если врач назначит, я сказала. Ну видите, видите, признаете, что вы сказали. Ну так как я вам сказала? Сказать-то можно по-разному, не так, как вы говорите. Пульмонологию позвоните. Слушай, даже нигде такого отношения нет. Ни в городской, ни в Севрыбе. Севрыбе, в городской вы ездите с зубной болью. Ну, у нас первый раз такая ситуация ночью. Но, в чем дело-то? Если бы вас направили в Севрыбу, вы бы там так же себя вели ужасно. Да там хорошо себе, там замечательные врачи. Там так же, как и здесь, нет такой, никакой стоматологической помощи. Если бы вас туда направили, вы бы так же себя вели отвратительно. Ну, если... Да как, вы считаете, я себя отвратительно веду? Отвратительнейшим образом. Да, то есть вы себя считаете, ведете замечательно? Я себя хорошо веду, да. Хорошо веду, то, что вот так себе ведете. Мы не будем вам делать. У вас там нету, я не врач-стоматолог, но у вас нету там ничего. Да? Я челюстно-лицевой хирург. Ну? Понимаете, я могу одно от другого отличить. А-а-а. Стоматологические болячки мы не лечим. Нет у нас лицензии, доктора, отделения. Что от нас хотите? Мы приехали. Нам сказали, если доктор вам назначит рентген, мы вам сделаем. В чем проблема? У вас рентген стоматологический, смысл этого рентгена. Ну а зачем тогда говорить, что мы сюда приезжали? Я вам это говорю. Да вот девушка сзади сказала. У нас 5 девушек сегодня дежурят. Она призналась, что она сказала. Вы что ее пытаетесь выгородить? Я что-то не понимаю. Никто никого не выгораживает. Ну а зачем? Стоматологическую помощь ваша девушка пожаловалась на боли. У меня от боли только одно средство. Все. Все, чем я могу помочь. И вы начали вот эту всю эпопею. Да какую потерю? Ну а что, если вы сказали, что можете сделать, сделайте. Вы что, не сможете по рентгену сказать, что там? Нет, это рентген будет нет. То есть визуально вы определяете, что гноя нет, а по снимку вы не можете определить? Да, все правильно. Замечательно. Снимки у нас не зубные. Замечательно. Все правильно. Ну то есть вы говорите, что на Гагарина 1 круглосуточная стоматология, правильно я понимаю? То есть у меня, допустим, нет интернета, я не могу это уточнить. То есть если мы туда... Есть. Я вру? Да, то есть вы утверждаете, что я вру, да? Я ничего не утверждаю. Ну как? Вы говорите, зачем вы врете? Вы сказали, зачем я вру? Вы перебираете мои слова. Да, я перебираю. Сейчас, я говорю, что у меня сейчас нет интернета. Да, потому что бесполезно что-то. Без говорят, что есть. Да, но там не делали как-то вокруг все. Ну все, у меня больше ничего нет. Ну вы нам скажете результат-то сейчас. Вы мне дадите на руки этот? На руки у рентгенолога. У нас есть только принтер А4. Я вам распечатаю, если вас будет как-то удовлетворять. Или вы сфотографируете на свой телефон этот снимок. Вы мне распечатаете. Ну давай сфотографируем. Не надо мне фотографировать. Мне же потом к врачу надо идти с твоим фотографией. Лучше с фотографией идти. Потому что там чаще на фотографии на принтере, если это желтая бумага. Я просто не пойму, а зачем они всю челюсть мне смотрели? Юль, а что вам нужно? Юль, успокойся. Они... Я же сказала, что мне один зуб интересует. У нас нет стоматологических снимков. Юль, они не делают. Вещь, надо... Вы по телефону бы это сказали бы, и никто бы к вам не ехал. Ну я тут при чем? Я с вами не разговаривала. Я на отделении дежурю в стационаре. При чем тут вообще стоматолог? Нет у нас этих снимков стоматологических. У нас в общем, где перелом. Скажите, что у меня с зубом? С каким вашим зубом? Может, говорите, нету гноя. Говорите, что у вас бумага есть. Даже нет, сделали же снимок. Она не определяет, она визуально только определяет, есть гной или нет, понимаете? Во-первых, не она, давайте я здесь нахожусь, вы сойдете неприлично. В смысле? Не надо говорить человеку, когда он рядом. А как мне говорить? Девушка в наморднике говорит, что не может она только визуально определяет. Она не определяет, понимаешь, по этому самому. Ну не надо, я здесь нахожусь, значит,
Ну как можно сказать по-другому? Вы не представляете. А вы здесь? Да что ты командуешь? Здесь я буду. Махалка какая. Как шоки. По-хамски как все ведете. Кошмар. Хоть матом не ругаетесь, и то хорошо. И многих вы так в заблуждение вводите, что люди деньги тратят, приезжают к вам в больницу. Ну, красиво. Взрослая девушка, а так себя ведете. Какой вопрос задали, на такой вопрос ответ получили. Ну, понятно. Учитесь задавать вопросы. Вам плевать на людей, это да, понятно. Конечно, так же, как и вам. А, видите, мне не плевать. Я вас оберегаю от говна в магазинах. Я против просрочки борюсь, чтобы не травились. Я за людей, в отличие от вас. Жесть. Вот такое отношение к людям. Насрать. А вы что, хотите сказать, Росгвардия меня выведет отсюда? Ну, нахалы. Еще Росгвардию вызвали. Вот это да. Вот это да. Я в шоке. Я просто в шоке. Вы еще вызываете Росгвардию на посетителей. Наверное, за то, что вас снимают на камеру. Почитайте, это для вас. Для таких, как вы. А вас кто-то оскорбил? Да, я оскорбил. Доктор оскорбил. Замечательно. А, то есть неверная информация – это оскорбление. Вот это да. Вы почитайте в законе, что является оскорблением. Вы сами почитайте. А я знаю. Как вы вообще можете разговаривать, где и как? Вы корону-то снимите с головы, понимаете? Есть. Почитайте закон, что такое оскорбление. Я 3 года занимаюсь блогерством. Я еще ни разу никого не оскорбил. Если я перестану этим заниматься, ваши же дети будут просрочку есть на несколько месяцев, лежать в больницах. Да что вы говорите? Да, умеют читать. Вы не умеете считать даже. Вы берете просрочку. Вы зайдите в Магнит. Я вас не оскорбляю. Зайдите в Магнит. Замечательно. Вот вы меня себя быдлом. Вот. Себя сначала воспитайте. Вы меня только что. Вы меня только что назвали быдлом. А вы нас только что назвали иномордниками. И читать не умеете. Вы меня только что. Дети ваши будут жрать просрочку. Возьмите себя, пожалуйста. Вы меня только что назвали быдлом. И что? Почитайте. Вот это является оскорблением. Будьте любезны. Вот это является оскорблением. Мужчину забрать в милицию. Да что ты? Забрать не. Меня только что назвали быдлом. Здравствуйте. Да. Вот, посмотрите вот, его запись, да. Как он здесь врача. У меня непрерывная запись. На морднике сидит. А, только что меня назвали быдлом. Это не обзывательство, это словарь Даля, почитайте, для большего разума. Смотрите, ситуация. Можете либо не вам, либо не вам. Смотрите, у меня у жены... Я должна вот это выслушивать. У меня у жены заболел сильно. 5 ночек. Вот, она позвонила здесь, вот эта девушка сказала, приезжайте. Нет, не приезжайте, меня спросили, мне сделают снимки. Я сказала, если доктор назначит, я обманула, если доктор назначит. Мы приехали вот, сюда. Вот, и начинается вот это. А, пошли в регистратуру, девушка, и пока не оформляйте ничего, вы можете денег там. Подходим, выходит девушка, лицевой хирург. Мы ведь не будем снимок делать. Я говорю, почему? Потому что все симптомы указывают на то, что возможно скопление гноя. То есть резкое повышение температуры, сильной боли, не убирается лечебными лекарствами, боль. Девушка. Ну, она говорит, нет, у нас ничего, у нас конфликта нет. Они говорят, у вас нет гноя. Я говорю, а может снимок сделать? А мы по снимку не умеем определять, мы только визуально, понимаете? Ну а сейчас что вы хотели? Ну вот мы сделали снимок, тебе дали? Нет? Снимок там оставила, сказала, сейчас что по нему ничего не дают. Снимок даже не дают. Сказали, она сказала, что не видно по этому снимку. Это замечательно. Зачем это делать? Сказали, что вроде как... Проще к этому стоматологу сходить. Так вот нам сказали, что касса есть. Если на... Если был бы у нас платный стоматолог в городе, не знаете, хотя бы ночью приехал. Говорят, на Гагарина есть. Мы не знаем. Я туда ездила, там все закрыто. Я не знаю, где у вас. А в интернете нельзя посмотреть? Все посмотрели, нету. На Гагарина было в одном месте, закрылось.
удалять, у меня под коронкой, я объяснила ситуацию человеку, что у меня. Если вы будете доставлять, вы будете совершать уголовное преступление, потому что это недоставляемая статья. Вы, наверное, об этом знаете, да? Все записаны. О, позвони. Подожди. Я знаю, подожди. Заместитель. Я знаю. Да, Вов. Алло. Ну? Значит, потом. Юль, молчи. Молчи. Я слышу. Вот рядом разговаривает человек. Слышала она? Слышала. Юль, иди, сказали тебе. Вот разговаривает прямо рядом стоит. Молчи, Юль. Значит, а... видео фиксируешь, это каким-либо образом фиксируешь, что такое? Да, фиксируем. Все, мне кажется. Он далеко, чтобы общаться. Прямо рядом стоит. Прямо. Он меня нет. Он тебя слышит, да. Помолчи. Я сейчас не буду разговаривать. Подожди, Юля, помолчи. Говори, Володь. Значит, какие основания, какие документальные подтверждения есть, чтобы на голословное заявление кого-либо куда-то доставлять? Пускай этот уволь или кто там находится рядом. Здесь находится для начала. Для начала мужчина выражался. Основание для задержания. На основании заявления написано администрации поликлиники. Это не администрация, это администрация. 20.1. Мы доставляем для разбирательства в Октябрьский райотдел. Вы будете друг друга перебивать, разговаривайте сами. Хорошо. Давай сам разговаривай. Вот разговаривай. Денис, позвони, зависит. Помолчи, тебе сказали. Мурат, помолчи, сказали. Да. Заткнись, отойди в сторону. Все. Он тебе сказали. Просто, одна простая, блядь, статья 51. Придется переписывать. Хорошо, хорошо, все, Вов, вот, собирай. Пусть она придет в отдел и нет оснований для того. Молчи. Все, давай, Вов. Идем тебе в отдел, спасибо. Конечно. Смотрите, здесь нет оснований, чтобы я сейчас задержал. Либо вы переписываете, либо они уходят. Этого недостаточно. То есть, если он меня матом не оскорблял, значит, это не повод для основания, то, что он здесь всех... Ну, вы тут просто ничего не указали. Вчера вы доставили... Я не буду его слова здесь писать. Да, так и надо указывать его имя. Там, понимаете, слова. Это не заявление. К сожалению, телефон сел. Но под конец они, эта дама порвала свое заявление. Вот, соответственно, нас никто никуда не доставлял. Под конец еще этот росгвардеец толстый стал: от меня не надо выкладывать, не даю согласия. Я уже не стал, чтобы ругаться, чтобы уехать. Я говорю: вы к ней не попали, типа в кадр. Женщина тоже против. Ну, на самом деле мне насрать, против они, не против, вот выкладываю в интернет.